я рассказываю все вместе. По принципу, каждый говорит по одному слову, по очереди. Однажды. Медведь. Однажды медведь. Жил. Однажды медведь жил вместе. Вместе. Нет, я говорю вместе, ты говоришь. С пельменем. Однажды медведь жил вместе с пельменем. Который? Который очень любил пельмени. Стоп, а кто любил? Хороший вопрос. Медведь или пельмень? Медведь. Любил пельмени. А, ну да, поэтому он жил с пельменем. Все логично, хорошо. А, дальше давайте. Давай, интересно. Что? Затем. Они. Гуляли с пельменем. Так. Затем. Как только пельмень вышел Так, давайте не настолько абсурдная ситуация. Откуда вышел пельмень? Ну там, не знаю, из сковородки. Из сковородки. Из кастрюля. Тогда который. Потом медведь, короче, съел пельмени. Они пошли сначала гулять. Они пошли гулять, потом.